Игорь Петренко, доктор политических наук, с нами на связи. Игорь, приветствуем. Доброе утро. Приветствую вас. Доброе утро. Вы знаете, действительно, Украина сейчас готовится к серьезному событию 15-16 июня не за горами, но мы сегодня вот говорим о том, почему Украина отвергает мирные идеи Китая и других стран. Напомним, на самом деле много было предложений, там и Лула де Силва предлагал, там много было предложений. И мне, честно говоря, всегда, Игорь, удивительно, а почему Украина должна принимать другие планы, если есть свой хороший план? Ну, это хороший вопрос. На самом деле, наверное, исходится из того, насколько он может быть жизнеспособный. И главная задача Российской Федерации – это вот показать, что украинский план, он не жизнеспособный. Они тратят очень много ресурсов, энергии, денег на пропаганду и склоняют тот же Китай, как мы видим. Ну, Китай и свои интересы, это не то, что прямо их Россия склоняет, но тем не менее. Для того, чтобы, значит, не дать закрепиться мирному плану Украины в повестке дня. Наша позиция очень проста. Мы говорим о справедливом мире, мы говорим о долгосрочном мире. И под это мы подтягиваем как раз пул стран, которые готовы его именно поддерживать. Поэтому здесь, наверное, вопрос не столько того, кто как выступает инициатором, хотя... Ну, наверное, очевидно, что страна, которая стала жертвой агрессии и нарушения всех возможных положений международного права, Российская Федерация, как агрессор, который напал, ну, очевидно, в первую очередь следовало бы прислушаться. Но здесь важен вопрос как раз жизнеспособности того, вот их предложений, и поэтому вот саммит мира, он должен как раз показать, что есть поддержка, есть потенциал к тому, чтобы эта формула мира, она действительно стала мирным планом. Вот так бы я, наверное, говорил. Игорь, смотри, вот хотел бы спросить по поводу, скажем так, участия государств, да, в этом глобальном саммите мира, но есть вопросы, да, по поводу участия там того же Китая, тех же представителей со стороны Соединенных Штатов Америки, да, там сказать, в подвешенном состоянии, да, решение, кто же будет присутствовать, хотя мы понимаем, так или иначе, представители Соединенных Штатов Америки будут, ну, вот на этом глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии, да, количество государств и то, что мы получим по итогам, да, соответственно, вот этого глобального саммита мира. Что потом будет происходить вот с этим документом? С учетом того, что и ранее уже заявлялось о том, что так или иначе уже какой-то согласованный документ будет каналами передаваться и представителям российской стороны, скажем так. Ну, я надеюсь, что все-таки Соединенные Штаты Америки, они будут представлены минимум Блинкина. Да, поскольку госсекретарь, как раз скажем, его видение в сфере это вопрос международных отношений. Если уж Байден там будет занят сбором денег с голливудскими звездами под свою кампанию, вот, ну, в принципе, история понятная, то Блинкен, я думаю, это было бы самый оптимальный вариант и логичный, скажем так. На сегодняшний день на инаугурационном саммите у нас будет три положения. Рассматривается из 10 пунктов, ну, точнее, три пункта из 10 пунктов самой формулы мира. Очевидно, что по завершению саммита там будет коммюнике, подписанные государствами, и уже то, что будет заложено в этом коммюнике, очевидно, будет дальше ложиться в основу разработки конкретного плана по этим трем пунктам, то есть как их имплементировать, что зачем должно идти, то есть пошаговая инструкция, как мы будем это делать. И после этого, ну, уже будет работа по поводу того, чтобы иметь финализированное, скажем, какое-то видение, и тогда, возможно, да, действительно его передавать Российской Федерации. Но 3 из 10 это означает, что 7 пунктов они еще будут обсуждаться. То есть, очевидно, будет еще несколько саммитов, на которые будут выноситься соответствующее положение. То есть мы сейчас оставили, скажем, те пункты, которые, во-первых, они выходят за рамки вопроса войны России против Украины, а касаются достаточно большого количества стран. Вопрос радиационной безопасности, продовольственной безопасности, ну и, в принципе, вопрос возвращения, скажем, всех там пленных, это то, что в интересах, в принципе, всех государств в разрезе именно важных положений прав человека, международного права и так далее. Поэтому
Сейчас наша задача на этом саммите – это не столько получить финализированный, скажем, документ, сколько показать, скажем, вовлечь в дискуссию как можно большее количество стран, которые в целом поддерживают философию, то направление, которое заложено в формуле мира. А дальше уже тогда там в рамках рабочих разных групп будет работа уже и по конкретным формулировкам, по конкретному плану действий, как мы видим в целом возможность имплементации, скажем, этой формулы и того, какие рычаги давления мы должны будем создавать на Российскую Федерацию для того, чтобы мы могли достичь соответственного результата. А результат – это справедливый и долгосрочный мир. Игорь, вчера президент Украины Владимир Зеленский озвучил, сказал, что Китай влияет на другие страны, да, и давление осуществляет на другие страны как раз для того, чтобы они не принимали и не участвовали в предстоящем саммите мира. Сегодня же появляется информация, я не думаю, что здесь есть взаимосвязь, но все же, да, тоже об этом поговорим. Сегодня появляется информация о том, что Саудовская Аравия не будет принимать участие в глобальном саммите мира 15-16 июня. И причиной решения не участвовать в саммите, ну, так пишет Бильд, хотя Бильд может много писать, якобы является то, что в саммите не будет присутствовать и принимать участие Российская Федерация. Я еще раз повторюсь, не утверждаю, что здесь есть как раз взаимосвязь с тем, как может давить Китай и вопрос как раз Саудовской Аравии. Но все же, вот неучастие Саудовской Аравии, насколько оно все-таки является негативным для Украины. И, скажем так, вопрос давления Китая на другие страны, насколько сегодня он остро стоит, потому что на самом деле остается действительно очень короткий временной отрезок до 15 числа. Ну, на сегодняшний день мы имеем 106 стран, которые согласились принять участие, и сомневаюсь, что они за это время там поменяют свое мнение. Нужно понимать, что Китай здесь действует исключительно в своих интересах. Это не вопрос подыгрывания Российской Федерации и ее поддержки. Китай сейчас пребывает в торгах с Западом по разным, скажем, вопросам, в том числе и экономическим. Для Китая важно получить не то чтобы преференции, да, но, скажем, возможность на приемлемых основах конкурировать там, в сфере, допустим, электромобилей с Западом, условно говоря. США накладывают сейчас это не санкции, да, а таможенные, значит, заграждения фактически, да, для китайских товаров там в виде 100%. И поэтому вопрос поддержки тоже формулы мира и вопрос большей поддержки России, скажем, в этом направлении, это вопрос торгов Китая и с Западом для того, чтобы улучшить именно свои позиции. Поэтому они здесь подыгрывают, пытаются там где-то повлиять, они имеют рычаги влияния на страны глобального юга, в том числе американские страны, некоторые страны Азии. Активно они пытаются и продвигают свои интересы в Латинской Америке, где, допустим, там суверенный долг государств, там в Африке, допустим, да, он может быть очень высоким и принадлежат именно Китаю, поскольку Китай был, скажем, главным инвестором и тот, который давал, скажем, долг для этого государства. Поэтому, конечно, они имеют серьезные рычаги влияния. Саудовская Аравия, да, это печально, то, что они не будут присутствовать, и еще есть такая формулировка, потому что там не будет Российской Федерации, но нужно понимать, что, очевидно, Саудовская Аравия и от Российской Федерации, и, возможно, от Китая, она что-то получила взамен достаточно существенное. Возможно, со стороны Российской Федерации это там, признание позиции Саудовской Аравии, допустим, в Судане. Где, кстати, Украина помогает Саудовской Аравии, между прочим. Вот. Возможно, это в, скажем, арабском мире, там вот Китай где-то готов в чем-то там подсобить или где-то что-то вложиться или еще что-то сделать. Вот. То есть, это не берется на пустом месте, и позиция саудитов здесь не определяется тем, что они сочувствуют Российской Федерации. Это исключительно прагматический вопрос. Это означает, что где-то они получили то, что, скажем, хотели, и здесь ну, у них было больше возможностей получить от Китая, от России, нежели от Запада. Но это не означает, что они не смогут поменять, допустим, свою позицию там, к следующему саммиту мира или присоединиться к имплементации каких-то других там, положений.
Да, то есть ну, не участие в саммите здесь пока об этом еще ничего не говорит. Плюс саудиты все-таки они играют важную роль в освобождении пленных украинских. Да, вот, поэтому ну, их вклад, скажем, в помощь Украине он тоже присутствует, тоже должны об этом понимать. Поэтому мне кажется, что сейчас, что Китай стал, скажем так, что активно проявлять именно в последнее время, и больших каких-то результатов влияния на другие страны он вряд ли сейчас сможет, скажем, получить. А дальше вопрос Китая будет определяться именно динамикой его отношений с Западом. Это здесь ключевое. Не вопрос дружбы с Российской Федерацией и там помощи, а как раз в том, как будет продвигаться вот эти взаимоотношения, насколько они будут там конфликтными, менее конфликтными и так далее. Игорь, а какие площадки при этом будет использовать Китай или же там Россия для того, чтобы продвигать какие-то свои альтернативные истории под называемым, так называемым, да, мирным треком от той же России или же Китайской Народной Республики? Ну, наверное, БРИКС, допустим, да, где они могут там до заседания поднять, там, скажем, эти вопросы. Но опять же, мне кажется, что сейчас они уже упустили то время, плюс все прекрасно понимают, что тот же пресловутый китайский мирный план из 12 пунктов, которых состоял, там только 2 пункта касаются, скажем, Украины и войны в Украине. Все остальное это те пункты, которые интересны непосредственно самому Китаю. Поэтому вряд ли здесь он сможет найти большое сочувствие и поддержку, даже несмотря на, скажем, зависимость некоторых стран от Китая. Плюс еще нужно понимать, что те страны, которые, как правило, попадают в зависимость от Китая, они ищут потом себе альтернативы. Они ищут помощи и поддержки, скажем, в других странах, поскольку только в первом приближении Китай всегда говорит, что мы вам никаких требований не выдвигаем. Нам все равно, какая у вас идеология. Нам все равно, какого вы там цвета и какой у вас разрез глаз. Нам важно экономическое сотрудничество. Но потом, кто активно сотрудничает с Китаем, как правило, он попадает в серьезную, скажем, зависимость к кабалу, и потом там те сферы, в которых действительно страна может зарабатывать, они уходят, да, условно, в концессию под Китай, который их, скажем, использует там на 50, на 100 лет и так далее. То есть я к тому говорю, что они не очень тоже рады, и там тоже, если будет помощь и поддержка и понимание со стороны наших партнеров, то мы тоже со своей стороны можем предлагать альтернативы. Но, к сожалению, мы не можем это делать и налично. Здесь должна быть консолидированная позиция. В том числе и задание этого саммита, который у нас будет в ближайшее время, это как раз выработать эту, зацементировать, да, со странами западными эту общее видение и позицию, ну и привлечь как можно больше стран в целом на нашу копилку, скажем, поддержку. Ну и дальше это все развивать. Ну, будем, как говорится, наблюдать и следить за ситуацией, в частности, да, поскольку понимаем, что подобные встречи будут проходить не только там в Швейцарии, будут определенные встречи, которые будут проходить и в той же Саудовской Аравии, которая непосредственно так или иначе принимает, да, участие в этих переговорных процессах по разным вопросам, о которых мы также вспоминали уже, и обмен пленными, соответственно, и возвращение украинцев и украинских детей незаконно депортированных территорий нашего государства. Игорь, спасибо большое за разговор, благодарим за то, что присоединился к нашему эфиру. Игорь Петренко, доктор политических наук, был с нами на прямой связи.